Очень большой, многие в нем путаются. Всем привет! Меня зовут Мария, сейчас я нахожусь в Сочи, в город-отеле «Бархатные сезоны». Давайте пробегусь и покажу немножечко этот отель. Он очень популярный, очень большой, многие в нем путаются. Постараюсь рассказать, что здесь и как есть, как устроено. Оставайтесь в этом видео, не забывайте про лайк и подписывайтесь на канал. Отель находится на Эмеретинском курорте, рядом с границей Абхазии. От аэропорта на такси ехать всего 15 минут. Сам город-отель состоит из трех кварталов – семейный, спортивный и екатерининский. У каждого квартала есть своя фишечка. Например, мы жили в спортивном квартале, и тут были игровые площадки. В основном играют дети, приезжают командами, поэтому можно посмотреть с балкончика вечером футбол. Из спортивного квартала мы быстренько перемещаемся в квартал семейный, и фишечка семейного квартала – это бассейн. Но бассейн неудобный. Во-первых, он платный в сезон, во-вторых, он работает по часам, что тоже очень неудобно, и в-третьих, он очень маленький для такого огромного отеля. В общем, бассейна не было, и про него сказать ничего не могу, но он есть. Все перемещения между кварталами, как и проезд на территорию, делается только через КПП, то есть территория охраняется, это приятно. Самый удаленный от моря – это семейный квартал, чуть ближе – спортивный, и самый близкий – это екатерининский. Поэтому, если планируете останавливаться в этом отеле, рекомендую именно остановиться в екатерининском квартале. Плюс в екатерининском квартале больше развлечений. Тут и анимацию проводят, есть сцена специальная, есть больше развлечений для детей, картинг, игровые площадки, машинки. И также здесь есть большая столовая и кафе. Ну и разные магазинчики. Тут жизнь идет как-то более веселее, чем в остальных кварталах. Но тем не менее, внутри каждого квартала есть свой магазинчик, столовая, аптека. То есть, не выходя из квартала, вы все равно можете обеспечить себя всем необходимым. Территория отеля огромная и ухоженная, но с другой стороны, это и минус, потому что такую огромную территорию можно было бы совсем по-другому использовать, хотя бы поставить в каждом квартале бассейн. Под это есть место, но почему-то бассейн на такой огромный отель только один. Корпуса все однотипные, в них сложно разобраться без карты, и когда мы там находились, у нас совершенно не было ощущения, что мы находимся в отеле, скорее мы приехали в какой-то новый квартал, сняли квартирку и как бы живем. Но то, что я нахожусь в отеле, такого ощущения не было. Номер у нас был шикарный, я считаю, что нам повезло, отдельно за него мы не доплачивали. Я снимала видео с рум-туром, оставлю на него ссылочку в описании к этому видео. На территории спортивного квартала есть прачечное самообслуживание, это очень удобно, иногда я жалею, что в Турции нет таких прачечных, это реально классно. Также в каждом квартале есть не по одной детской площадке, детям точно будет чем заняться, есть детская комната, есть детская анимация, ну, в общем, детей будет куда деть и чем развлечь. Мы отдыхали в начале сезона, стоимость нашего номера составила 4500 рублей за ночь. Я считаю, в принципе, нормально. Если уже 7000 в разгар сезона, это дорого для этого отеля. Но, например, за 2000 в сентябре я бы съездила туда еще раз, потому что сам курорт мне очень понравился, и за 2000 это был бы шикарный отель. Я знаю, что вне сезон там можно номер снять и за 800, за 900 рублей, и вне сезон будет еще и бассейн бесплатный. Надеюсь, вам понравилось это видео. В любом случае, море шикарное, виды шикарные, отпуск в целом удался. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам было полезно. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.